Состоялась жеребьевка 22-го розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу. В финале 4-х женского турнира сыграет баскетбольный клуб «Гомель-Сош». Соперником гомельчанок в полуфинале будет «Олимпия». Напомню, что в прошлогоднем розыгрыше трофея команда Сергея Кулешова оставила гродненскую дружину вне пьедестала, выиграв матч за бронзу. Вторую полуфинальную пару составили две столичные команды «Цмоки» и «Горизонт». В субботу 29 сентября в Минске в спорткомплексе «РГУОРА» пройдут полуфиналы. На следующий день на этой же арене состоятся решающие поединки, финал и матч за третье место.